В Самаре временно ограничат движение транспорта на Московском шоссе в ночь с 3 на 4 июля в районе улицы 22-го партсъезда и Жигулевской. С 11 вечера будет закрыта правая полоса на выезд из города. На этом участке начнется ремонт подземного пешеходного перехода. Движение в обычном режиме планируют возобновить с 1 сентября. Работа проводится в рамках масштабной реконструкции Московского шоссе.